27 февраля в Печерском районном суде города Киева вынесен приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Мы обратились к жителям Белгорода-Днестровского с вопросом, как они относятся к приговору Юрия Луценко. Это нормально. А вы можете прокомментировать? Нет, я просто знаю, что это нормально. Что вам сказать? Трудно сказать. Сейчас не поймешь вообще ничего, честно говоря, в этой политике. Я считаю, что все, кто виноват, должны нести ответственность, а высшие судебные органы должны разбираться. Но я думаю, что все должны быть на равных правах. И рабочие, и служащие, и министры, и все. Я за то, чтобы никого не судили, чтобы люди жили все в мире, чтобы жили все по справедливости. А то, что делается в политике, конечно, сложно что-то сказать, потому что мы, как бы сказать, простые люди, ничем помочь не сможем. Поэтому я бы за то, чтобы людей просто прощали, что мы друг друга любили. Любовь спасет мир. Ну, я считаю, что суд, наверное, принимает всегда правильное решение. Получается, что я согласен с решением суда. Если в государстве есть суд, значит, он должен выполнять свои функции и как следует. Если это неправильно, значит, надо принимать к суду или к Луценку, тем, кто неправильно делает, какие-то меры. Пусть они там сами между собой разбираются. Они смотрят на нас, вот, что переживать за них.